Привет! Сегодня мы готовим с вами безумно вкусный праздничный салат к Новому году. Готовится, ну, очень легко. Для этого нам понадобятся крабовые палочки. Берем где-то 7-8 штук. У меня палочки широкие, поэтому я разрезаю еще на половинки и нарезаю квадратиками небольшими. Отправляем их в сухую миску, где будем смешивать салат. Теперь приступим к яйцам. Заранее отварите 4 штуки яиц среднего размера и дайте им немного остыть. И также нарезаем небольшими кубиками. Главное, не сильно мелко, чтобы наш салат не превратился в кашу. Отправляем яйца крабовым палочкам. Добавляем к салату 3-4 столовые ложки консервированной кукурузы. И натрем 1 зубчик чеснока для пикантности. Казалось бы, сладкая кукуруза и крабовые палочки с чесноком не сочетаются, но поверьте, это очень вкусно. А самая фишка салата – это целый апельсин. Мы его очищаем от кожуры дольками. Они нам потом пригодятся. И счищаем полностью. Разделим также весь апельсин очищенный на дольки. Когда мы очень хорошо очистили дольки апельсина, мы мелко нарезаем их треугольничками. Главное, чтобы как можно меньше было сока, так что нарезайте очень аккуратно. Отправляем дольки апельсина в миску и заправляем салат 2 ложками майонеза. 2 ложки будет достаточно, чтобы салат не был слишком жидкий. Салат перемешаем и разложим в красивые формочки для подачи на праздничный стол. Пару салатных листиков украсят салат и добавят свежести. Салат выкладываю формой в виде горки. Выглядит очень нарядно. На самом деле салат готовится очень быстро. Если вы не успеваете подготовиться к Новому году, этот салат будет просто палочкой-выручалочкой. Теперь берем красиво срезанную кожуру апельсина и нарезаем тонкими полосками. Это будет наше украшение для салата. Выкладываем по кругу. И салат готов, можно подавать на стол. Приготовьте вместе со мной и жду в комментариях ваши отзывы, понравилось ли вам необычное сочетание продуктов. Мне салат безумно понравилось. Я съела все 2 порции и не пожалела. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше вкусных рецептов. Всем пока!